Одну бумажку. Да, одну. Давай, давай. 12. Ух ты ж, елки. Вот это рука. Сколько ж тут человек будет участвовать? Первый. Тут будет сейчас нормальная, я вам скажу. Трасса. Мальчик, уйди с трассы. Трасса жесткая. Слышь, Мэри Поппин. Жесткая трасса. Тут нормальный экшен должен сейчас быть. Какой-то серьезный автомобиль возле старта кружит. Неужели поедет? Точно. Так, дизельный ЛуАЗ первый. Тут для него трасса. Мама, не горюй, конечно. Так, стартует. Сейчас будет экшен, наверное. Сразу. Ёханый бабай. Подписывайтесь на мой канал. Да не, он сюда не доедет, пацаны. С какой трассы? Дима, правый зад. Саня, что-то я далеко стал, да, я понял? У тебя ж зумер есть. Да есть. Полулась? Ручка передачи, переключение поломала. Блин, это засада реально. Так, ручка переключения передач отпала, говорят, ну. Пилот продолжает там борьбу. Ручки нету передач. Мимо руль пусть вывернет влево. Вправо. Вправо. Саня, спроси, зрители могут помогать или нет? А ты тоже бодро, вытянуть пятерку, кинуть. Ё-моё. Еще ж первый номер вытащил на такой легендарной машине. Ё, пошел! Ура! Чтобы он меня не задавил, главное. Ух, тут жесткий! Жесткий идет! Ё-моё! Ресурс... Плоские! Назад! Трапы! Трапы! Ресурс вот-вот закончится. Притрапы. Давай мне назад. Давай назад. Рычаг коробки передач показывал только что. Блин, тут какое-то безумие творится. Давай назад. Слышишь, это штурманов больше. Больше, чем зрителей. Нормальный экшен. Дима, длинную, да, вот это бери. Под переднее левое, Дима. Это под переднее левое. Дим, под другое. Не подсказывай. Это... Не, подсказывать можно. Это а, можно? Можно? Подсказывать можно, организатор? Давай, давай, давай. Давай. А куда он едет? Куда? Да нет, на руках разворачивайте его! Зад заноси! Блин, прикинь, если бы не было этой машины.
Надо выходить вот сюда, Руслан. А, и потом отсюда спокойно конечно, ехать. Конечно, вот же, смотри, сколько специально сделано. Это, а я думаю, зачем это... Смотри, 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 что делают. И на финиш уносите. Ну так а что, машина пластиковый верх, кабрио. Так а куда он сейчас поедет? Держите, держите его! Берегите машину, елки! Назад! Назад! Организатор счастлив! Это вообще просто! Держите, держите его! Стой! Подожди, сантрак подвод. Не спеши! Не спеши, не рви машину, береги ее! Дай головой дух! Рычаг! Право, ля, право только! Правее! Трогай право! Все, отлично! Тут от пилота и от штурманов зависит победа. Трака забирай! Лево руку! Траки. Ё-моё. Вот это экшен, блин. Берите за арки и несите, ёлки. Толкайте все, пацаны, толкайте. Игорёчек, друг мой, приехал. Дай трак. Пойти на такой спецучасток, не очкануть. Подписывайтесь на канал, друзья. Обратите внимание, вот он здесь. Ё-моё. Так, польский дельфин взялся за дело, сейчас будет экшен. Все, поехали. Больше вправо, значит, вот. Пошел, пошел, давай! Лента, лента! Ёбканый бабай! Это просто фурор! Поломанная ручка не остановила! Следующий таурех, да? А, им можно помогать? Да? Офигеть! Так они могли, надо было ручки приварить из дома сразу. Да, и наружу. Так, второй участник. Вот это точно можно было нести, слышишь? Это Луаза Субару, кстати. Очень серьезный аппарат. Сейчас мы сравним, что лучше, Луаза Луаз или Луаза Субару. Блин, быдлодиоды светят, конечно, жестко очень. Бабай. Вот это исполняет. Сантраки тоже у него есть. Небольшая дымовая завеса, но это для экшена. Тут штурмана не задавил, главное. Не спеши, спокойно. Спокойно. Попробуй правее, правее попробуй. Поставь ему доску. Очень жесткий, да? А где он живет, в каком городе? Бобровец, да? А, ну они тогда. Там все, да, жесткие. Жесткие вообще. А дальше Прилуки там тоже жесткие. Только ж выставить. Да. Жесткости нет предела. Мордой просто. Стену шарашит.
Он разгон берет. Луаза Субару крепче, чем просто Луаз. Не попал, подожди. Не, есть передок, есть передок. Все нормально. Сцепление пошел. Нельзя лебедку? Лебедка запрещена. В этом классе. Выстави, выстави просто, он поедет. Еще есть две доски? Дай лопат. О, так есть лопата. Так, пошла жара. Все, проходишь как по мосту. Поправили трамплин, говорит, тут серьезный человек один. Ты телефон неправильно держишь. А это у меня новая фишка. Заткни его. Так я скажу, давай поможем его заткнуть. Заткни. Да замерзите на руках. Толкай ты, хлопчик. Давай. Давай руками замерзите. Давай, так, давай. Давай, стой, 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 стой. Давай. Да. Давай, вперед. Вот это пошел, вот это пошел. Это жестяк просто. Сцепление воняет, дымит. Понижения нету. Сцепление. Ну, диски красивые, машина красивая, шины с квадрика. Ёханы бабай. Что, на второй круг пошел? Номера полтавские. Отойди, штурман, отойди, он тебя задавит, блин. Пошел, коксу пошел. Ёханый бабай. Вот это я попросил коксу. Посмотрите, что творит. Просто бешеный. Это вообще фантастика какая-то. Вот это персен не помог, называется. Ты что, ему белый вол какую-то таблетку дал, наверное? Да, сцепление, ты видел, как дымело? А ты участвуешь, да? Конечно. Пешком? Так, что-то едет серьезная машина, там просто пилот очень жесткий. По предыдущим соревнованиям он первое место на Нива-клубе он взял. Сейчас будет экшен. Стою за лентой. На ленту зайду. Зайди тоже за ленту. Мы в пределах правил. Мы в пределах правил. Так, Нива пошла. Не, ну это серьезный внедорожник. Тут уже пожестче, ребята. Бензин закончился. Это Нива. Блин, как Нива идет. Кто там сомневался? Кто тут внедорожник? Лебедиться нельзя. Сюда меньше, на верх бить. Ну почти слетел. Вот этот жесткий пилот.
Давай, давай, Луаз, блин, дышит спину, елки. Пробуй. Сзади блокировка. Я еще думаю, как он так круто едет. Раскачка пошла. Пошла. Назад, назад. Ну, блин, вот это экшен. А что ты? Диагоналка опять. Только вперед! Давай! Давай! Раз! 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 Блин, экшен начинается конкретный. Паша! Право до упора! Лучший руля! Что выехать? Ёханый бабай! Все? Пока что не знаем, что вскрытие показать. А давай! Давай! Глумятся! Луаз лучше Нивы. Субару Луаз лучше просто Луаза. Ну шел красиво, что тут скажешь? Следующий там Луаз стоит. Шел красиво, нормально. Ну не дошел, не считается. Ну ничего. Чуть-чуть. Без потерь никак. Ну да, он, видишь, вот тоже сделано специально для разворота, понял? Снесло, я туда и шел. А, ты шел туда, да? Тогда это прошлогодний участник. Нива едет спасать Ниву. Блин. Хорош, хорош, Виталь. Так. Серьезная машина. Смотрите, какой ассортимент. Начали с Луазов, потом Нива, теперь УАЗ. Как под заказ вроде. Слышишь? После сломанной Нивы ему как-то страшно стало. Медленно идет. Нет, технично просто все. Все правильно. Самое интересное, все начинают с одним штурманом, максимум с двумя. А потом их добавляется. Они... Хорошо идет. Красиво. Красиво там разворот сейчас будет. Задом сейчас зрители. Давай задом. Задом, задом. Сюда правее, правее его проведи, вот там ровно. Советы следуют. Ну, у вас с закрытыми окнами ничего не слышит. Здесь так и называют действовать. Это не Toyota, лучше прячься сразу. Понял.
Посмотри, какой хитрый ход вообще. Никто не ожидал такого поворота. Ну, пока идет на лучшее время. Пока он вообще идет. Молодцы, молодцы. Все УАЗ-заводы мира болеют за него сейчас. О, появился уже какой-то штурман запасной. Нормально, зато шрусы целые. Шрусы целые и это. И рычаг коробки передач на месте. Руль, по крайней мере, сложный. Здесь он налегке проходит. Красавчик, ты видел, что делает? Что творит? Аккуратненько, размеренно, сразу взяли. Небовод погорячился просто, он горячий такой, жесткий. Без досок, кстати, справляется с препятствием. Да. Кто там спрашивал, какой первый внедорожник покупать, УАЗ, Ниву или ЛуАЗ, да? Посмотрите. Ой, здесь узкое препятствие. Да, красавчик. Концовка немножко сложная, но. Все, продавайте все УАЗы покупаем. Продавай Ниву, шо? УАЗ меняй на зеленый. У меня есть УАЗ. Нет, УАЗ на зеленый. УАЗ зеленый? Да, чирка. Нет. Первый тут проехал. Где он проехал? Первый УАЗ проехал. На руках его пронесли. Ну как на руках? Это дополнительные лошадиные силы. Вот первая машина, которая проехала. Первая, которая проехала сама. FG Cruiser, Toyota. Да. Ну и все. Все? Все закончилось. Давайте толкайте. Да. А он потяжелее будет. Toyota это самый серьезный, да, внедорожник? После Нивы. После Нивы. А, ну Нива первая. После ЛуАЗа. Toyota начала уже свои маневры с производством джипов делать. Поэтому после Нивы. Да не, сороковка давно выпускалась. Да. Не молодая. Блин, и даже толкнуть не могут. Расталкивает немного, а все равно он так. Прям как на айсберг сел. Титаник его. Титаник. Приблизим, да. Раскачка особо не помогает. Ну ладно съехать, а как он потом заедет? Да заедет ходом, может. Ну и. Да. Да, он сейчас смотрится очень большим на этой трассе после всех машин, которые мы здесь видели. Да, конечно. Опять сел на порог. Ё-моё. А это все. Покупайте Toyota, очень хороший внедорожник. По асфальту ехать. Да, по асфальту. К месту оффроуда вы точно доедете. Ай-яй-яй, на порожке. На авторе надо выкладывать срочно. Toyota, да. Лево поверни, влево. Да, такой жести. Так Toyota давно не позорили, да? Зато когда он выехал. Для комфорта, да. Ну, конечно. А так все, пиздец. Андрей, что он блокировки не включает? Да, это как ЛуАЗ не понесешь на руках. Да, раза больше штурманов. Давай со всех классов штурмана пусть подходят. Это жестяк, конечно. Да. Во! Чуть-чуть не рви.
Так, блокировки включить решили. Что сразу блокировка? Я не знаю. Давай. Начнется самое интересное. Здесь такое нелегкое препятствие, особенно для FT-крузера. Заскочить туда с легкостью. Так, лишние запчасти пошли. Чей порожек? Да не тратьте время, оторвется он херам сам. Не тратьте время. Нет, все, почти. Макс, заводи задом. Вот туда прижми. Задом едет. Равняй! Да, вот правее руль! Да. Право руль! Право! Что? Едем, ровно руль! Едем! Лево руль! Едем, оно едет. Влево! Стоп! Право руль вперед чуть, полметра! Есть, лево руль до упора, назад! Стой! Едем! Едем! Право до упора надо, уже вправо! Еще! Стоп! Порвешь! Сюда давай! Жопу закидывай! Надо посмотреть потом до сравнения любить свою Ниву. Да. Правильно! Можно и дома на диване. Влево! Левая сюда. А вот все остальное, то, что дает Нива. Левая сюда. Здравствуйте. Ой, сейчас опять еще, будет еще порог. До упора. Все. Опять садится на порог. Внутри комфортно. Внутри комфортно, говорит. Видишь, ты ему надоел, он закрыл окно от тебя, понял? А я и не хотел ему понравиться. Точно не хотел? Я, конечно, хотел, чтобы тут зарплату или так. Только вперед, только вперед, только вперед. Давай затолкнем. Первый, правый руль дальше. Вот так. Поехали. Давай зашатай, зашатай. Раз поднимайте. Да. А за что поднимать? Макс, ну Toyota хороший внедорожник? Скажи, как опытный джипер. Хороший. Давай назад толкнем. Хороший, но как раз вот тут он нехороший. Немножко. Уступает. Ты бы смог тут на своей копеечке? Легко. Давай, ну я думаю, что да. Вниз точно. Но там, где он повис на старте, ты бы там проехал бы в любом случае, да? Да, вот вам и внедорожник. Моторный отсек тяжелее, чем сзади. Вон туда провисится. Перевалило. Сколько там минимума моторчика? На таких гузах. Кстати, 4 человека и вылезли. Нормальное кино. Теперь они смело могут говорить, я твою Toyota шатал. Да, я твою Toyota шатал. Подложить. А то скажи, можно подкинуть? Это жесть вообще. Давай вперед. Вперед. И все, что там она делает. Шатайте, ему понравилось. Попробовать назад. Поднимай ими вперед. Да, да. Я впереди. Там легкий. Три. О. Смотри. Блин, ну она вперед все равно. Чтоб не укачала, чтоб. Дайте пакет пилоту. Макс, и когда говорят, что Toyota это внедорожник, блин, платят за них какие-то бешеные деньги. Да, такого позора Toyota с войны не видела, наверное.
пазду прошел. Да, конечно, ты что тут вообще? Да. Налегке. Даже не буксанул бы нигде, да? Даже блокировку бы не включали. Не включил бы и пошел. Так, ну что, Макс, выключать камеру, да? Все? Да, да. Все, пока.